Добрый день, мои дорогие, добрый день, мои хорошие. Сейчас сниму видосик. Жарко. Ну, надо, да. Я обещала Росман. У меня еще какие-то Тедди покупки, какие-то Альди покупки. Покажу их, да. Всех люблю, всех целую. Сегодня короче, я сделала два видео. Там что-то примерочки, да. Хотела узнать, что вы насчет этого думаете. Что там я купила, покажу позже. Так. Теперь то, что я обещала. Обещалкина, покажу, да? Что я обещала? Росман. Вспомнила. Девушки-красавицы, я вам Росман обещала. Но еще там кое-что. Покажу, да? Момент. Так. Я помню, Росман Захан полезно. Все. Тут у меня Росман. Но у меня еще не все Росман. Еще в другом пакете, да? Ну, там такие вещи разные. Потом у меня есть еще Альди и еще кое-что. И, в общем, все это я вам покажу, что влезет. Кому интересно, оставайтесь со мной. Будут всякие практичные покупочки. Так, купила крем для глаз. У него... у меня их много, да. Я обожаю этот крем для глаз. Ну, кто знает меня, тот знает, что я его люблю. Так. Это у меня любимый. И сейчас в Альди я еще один обожаю из Альди. Я думала, сумка уже навернулась. Нет, стоит. В общем, Экотест Кут, и он очень классный. Тут уже иначе выглядит. В общем, 100% Феванта, похожий Куцень. Штраф он делает такой кожу и витамин Е упругой. Для взрослой кожи, да? Альтес Эмфелюм до 40 лет. Но я пользуюсь им. Я пользуюсь кремом для 40 лет, оказывается, только что узнала. Но я не буду сейчас искать крем для 75-летних и тому подобное там до 45 нет, только до 40. Ёшкин кот, я буду им все время пользоваться, он мне нравится. И от Альди. Лучше мне еще не нравилось, я много пробовала, много экспериментировала, мне ничего не нравится. Все, крем очень хороший, прямо буду хвалить вам, сколько могу, потому что сама обожаю. О, сейчас он так иначе выглядит, вот. Вот такой он. Другой у меня другой. Ну, уж они изменили немножко, да? Так. Ой, ну, очень хороший. Такой, знаете, легкий, влажный. Вот легкий, не без запаха, ну, это качество, да? Немецкое, девушки. Маки не люблю, потому что там химии полно и вообще раздражение. И если я бы видео сняла, что я испытала от всех дорогих косметических продуктов, которыми я пользовалась раньше. Я же думала, что дорого это хорошо. Так, то это будет негативный видос. А я не люблю негативный видос. Так, это будет негативный видос. Теперь покажу вам. Я купила перчатки, да? Из-за чего мне надо было в Росман? Вот из-за этого. Мне нужны были перчатки. Просто все кончились. Я какими-то пользовалась. Я без перчаток не могу. И еще купила вот такие, ну, эти стоят там что-то 59 центов, да, МК. Еще купила такие даже, знаете, вот как в Альди, когда вы хлеб покупаете, такие прозрачные, оказывается, такие есть. Аминка мне такие черные покупала в Тедди. А эти вот тут, да, и знаете, они стоят 99 центов. Такие тоненькие, притоненькие, вот тут вот открываются. И мне такие нужны, знаете, просто вот... мусор вынести, например, я даю мужу, да, чтобы он мешки не трогал, швабру держать, я просто так, ну, то, что мне не нужны вот такие вот, например, да, чтобы все время руки не потели, но что-то взять вот такие хорошо. И я их купила, я так рада, у меня такие были целая пачка от Тедди, они уже тоже закончились, поэтому, когда у меня не было вот таких перчаток, я взяла те черные от Тедди, и знаете, придумала, взяла резинку сюда, накрутила, ну, натянула резинку и так вот это самое, чтобы они не спадывали. А так, что прихватить вам не нужно, такие, чтобы сидели. Потом я все время руки-то, ну, когда ты часами там что-то убираешься. Ну, вы поняли, короче. Так, вот, обрадовалась, что такие есть, я даже не знала. Так, теперь. Две штуки купила вафли, одни уже съела, одни еще тут. Это не в сумке, потому что это не влезло. Потом купила в Росмане вот такие вот штучки Унтабетку моды. Ну, вы знаете, да? Потому что у меня столько барахла, я все еще перебираю, разбираю, знаете. Расстаться сложно с вещами, но надо. И две штуки взяла, чтобы под кровать куда-нибудь, да, запихнуть, да.
У меня такие были, уже порвались. И, ну, старые я выкинула там, я их только что разгребла там. Не все порвались, но они же такие, они там валялись, там я их мыть не буду, их просто выкинула. На одной там уже порвалось на стороне, на одной нет, но я выбросила. Теперь новые, да, лучше. Так, надо маяться там их прополоскать, просушить. Так, теперь Думоль эти самые купили, такие, да, вот такие, да, кости. И для пола, кстати, вот эти тряпочки от Сиф, ну, они уже Аминка их утащила в свою комнату, потому что Аминка вообще такой человек, она водой не моет ничего. Я не знаю, как она жить будет. Я люблю водой, она любит этим Сифа, да? Вот, потом, значит, сам. Что еще было-то? Что было-то еще? Еще одни перчатки. Ну, кошачья кормежка так и так, я ее уже это выложила. Так, потом... Потом купила такую помаду. У меня такая есть. От этого самого. Сейчас поближе, да? У меня такая помада есть. От Essence Hydrantic Matte Lipstick. Long Anhalten. Долго держится, да? Долгоиграющая. Это такой, знаете, гидромат. Гидромат вот такой вот. 404 тонн. Ну, он такой натуральный, да? И я его сейчас отлеплю тут. Так. У меня есть такой яркий, очень красивый, мне очень нравится, прям такой алый. А этот вот такой. Вот у меня сейчас такой почти, что да, у меня MAC на губах. Но он очень хороший, девушки, мат. Прям прелесть, сейчас покажу. Вот такой. Пахнет так приятно. Ой, приятно пахнет. Чем-то таким свежим. Цитрусовым, что ли, не знаю, чем таким. Ну, классно, классно. Так, я люблю, когда хорошо пахнет помада. Вот этот мини-мэк, ну, он такой немножко потемнее, да, вот такой. А этот красивее даже по цвету. Давайте-ка я его нанесу, может, красивее будет. Сверху. Прям красота, да? Ну, в общем, практичная вещь, такая вещь нужна. Так, теперь еще купила Extra Shin Essence Extreme Plumping. Extreme Plumping. Вот такой, да? Блеск. Volumen Lip Gloss Essence Extreme Shin. У меня такие старые, вот такие старые, да? Вот это вот старое уже все. Выкидывать надо. Много. А это вот такой. И он вот такого цвета, девушки. Ну, прямо ляпота. Такой, знаете, яркий. И в нем блесточки маленькие. Сейчас и этот сверху нанесу, да? Для радости, для пущей. Чтобы блестело. Вот, будет блестеть. Сверху так еще раз, и все. Тикардус. Так, круче. Теперь... Еще что? Я думала, еще какая-то помада. Оказывается, только две. Что-то я пожадничала. Так, теперь купила колечки. Девушки вот такие, да? Очень красивые колечки. Чуть я так далеко, блин. Чуть я так далеко вообще. Они, знаете, такие, одно кольцо вот такое вот. А одно кольцо вот такое вот, вот такое, да? А одно кольцо вот такое, как цепь. У меня были цепи, у меня есть цепи. В общем, уже 2 года. Широкие, узкие, очень красивые. И они от Accessorize LXL Gold Platinum, ну, позолоченные, да? 9,90. И сейчас их уценили на 20%. Ой, вы знаете, этот плампинг, да, прямо такой холодит сейчас губы. Сейчас будут вот такие. Холодит. Я думаю, что холодит? Так, крышку уберу сейчас и покажу вам, какие они, да? На этой руке вот такие, да? Что-то не то. Сюда, вот так. Мне еще рука. Вот.
красивые, модные, да. Такой минималистичный дизайн. В общем, надо иметь. Тем более позолоченные держаться будут дольше. Хотя у меня и такие долго держатся. Когда их много, держатся дольше. Так, все, хотела уже бежать, оказывается, платочки тут лежат. Ну ладно. Бежать не надо. Все, сейчас все смою тут. Все. Теперь тут вафли, это я все показала, да? Ну, одни вафли уже съела по пути, одни еще остались. Сразу две купила. А то всегда покупаю по дуре одну. Теперь купила себе вот такой вот мой любимый Voluminizing Mascara от Rival de Lope. Вот это у меня самая любимая маскара, девушки. И сейчас уценили на 20%, надо же брать. Это самая любимая моя маскара. У меня много всяких, от Maybelline там всякие, от Revlon, от Douglas. Вот. Она такая, знаете, у нее щеточка пышная-припышная, и она с первого раза делает пышные ресницы. У меня сейчас на глазах ресницы от Maybelline. Такая черная, такая пузатенькая. Я не знаю, как она называется, забыла уже. Это все в голове нету. Не так. Вот если этой нанести, прямо вот такие. И знаете, она с самого начала густая. Никакая тушь не бывает с самого начала густой. А она прямо бывает. И у нее, от нее такие длинные ресницы. Это просто вот моя любимая. Сейчас я увидела 20% вообще. Одно время ее не было, я так переживала. И моя, не знаю, куда закинула, потому что у меня много. Мне это сегодня не пришлось ею накраситься. Но от нее прямо ресницы длиннющие. Поэтому я так рада. Потом купила еще одну помаду. Еще одну тушь. Это тоже годами. Вот эта тушь всегда была любимая тушь годами девушек, да, в Германии. Ну и так, не только в Германии, от Essence Love Extreme, да, Volumen Mascara. Она тоже делает Volumen. И у нас старая уже так подсохла, и у нее тоже, видите, обалденная щетка. Это вот, знаете, такая легенда тушь. Но эти туши, они не это самое, ну, они смываются. Это не waterproof. Аминка любит waterproof, я не люблю waterproof, моя подруга любит waterproof. У них всегда проблемы, что тут что-то... Меня это не интересует, я могу в зеркало посмотреть, убрать. Для меня, девушки, проблема, если waterproof использует смывание. Я оливковым маслом, я никаких, у меня всякие смывки, да. Я ничем этим, я всегда пробую их и убираю. Я всегда оливковым маслом. Сейчас оливковое масло очень дорогое стало, но все равно, да. Я салаты с оливковым маслом обожаю. И смывка из кухни. И waterproof надо много тереть, даже если без оливкового масла, даже если я что-то возьму для глаз, надо все равно тереть. И потом вот это все не очень хорошо бывает. Я этого терпеть не могу. Молодым еще можно там тереть, у них все восстанавливается, у них гормоны. А я это тереть тут не люблю. Поэтому мне лучше такую. Так, все. Наговорилась, да, товарищ наговорился тут. Надо убирать. Ой, господи, все тут развалилось. Я не знаю, что. Так, все. Потом купила зубную пасту Stiftung Warentest Good DentaGuard. Так, зубную пасту надо было. Теперь. А, купила еще одну. Маскару попробовать. Я ее не покупала ни разу. И это от Rival of Me. Не знаю, потому что везде стояло 20%. Думаю, да, я попробую ее. И самое интересное, что я своей подруге-то, подуре-то, нахвалила ее. А хотела-то эту нахвалить. Потому что я ее сначала не увидела, да. Я, значит, ей расписываю, говорю, вот она такая хорошая. Я думаю, что-то говорю, она вроде не так похожа, она вроде не как та. Она ведь не как та, да, я что-то, знаете. Потом... А потом, значит, это самое, по второму разу пошла в другом Росмане, увидела эту. Ну, в общем, вот, купила я две, да. Подруга, наверное, сейчас будет, посмотрит мое видео, скажет, ну все, она мне там. Я потом опомнилась по второму разу, когда покупала. В общем, я эту не про, я эту попробую. Это тоже Volumen Mascara, девушки. Вот, и сейчас посмотрим щетку. Вот, когда я подруге-то ее нахваливала, я ее, значит, открыла и говорю, что-то, говорю, щетка другая, ее на ее изменили. Смотрите, какая
какая она другая. Она такая толстая, у нее там пластик, а эти штучки короткие. Ну, я, честно, не знаю, какая она будет, да. Если что, я могу сделать видео и их попробовать. Посмотреть можете, если кому интересно. Очень, я не знаю. Ну, она тоже продается как Volumen Mascara. Но это стоит 3,95, это стоит 2,95. Я не знаю, в чем разница. В общем, три штуки, да. Но эти две, это я прямо вот лучшие для меня. А это я не знаю. В общем, попробую. Ой, это моя бедная подруга, да, она такая поверила. Ладно. Так, теперь купила Акатрис Косметикс. Вот такую вот палетку, девушки. Вот такую палеточку. Ну, какая красивая, да? Она вся такая розовая, розовая. The Electric Rose A-Shadow палета. Девушки, она вот такая, да? Ну, красивая, ну, просто нет слов, да? Вся такая блестючая. И такая, знаете, дневная, прекрасная. Вот такое к любому стилю вам всегда подойдет. Смотрите, какая она жирная, хорошая. Ну, тени всегда тут хорошие, да? Вот это тоже... с блеском. Вот эти с блеском металлические, а те без. Вот такие, да? Ну, а эти просто вот это вот розе такое без. Оно вот такое, оно интенсивнее, чем это с блеском. Кофейный вот такой цвет, да? В уголки глаз всегда хорошо. Ну, и вот тут вот такой светлый-светлый. Очень такой нежный-нежный. И совсем это самое молочного тона такой. Ну, такое все спокойное, да. И вот тут еще такой бейж. Смотрите, такой. Ну, мне очень понравились. Тени красные. Розе. Я знаю, что Аминке это нравится. Она у меня это опять... Все вот такие вот от Катрис нюдовые. У меня есть 4, да? Они все в ее шкафчике. Она все у меня их поворовала. Так, теперь. То, что я покупала... Сейчас покажу вам. Я вот в прошлый раз покупала от Rival de Lob. Вот такую тоже, да? Она ей тоже нравится. Но самое интересное, когда я это купила... Я вспомнила, что у меня есть от Revolution такая большая, там тоже такие же цвета. Дома увидела. Большая от Revolution. Ну ничего, но это светлее. Тут такие красивые цвета, а тут, знаете, такие. В общем, мне понравилось. Теперь. Все, намазюкала себе все на руку. Стираю, да? Они хорошие. Катрис вообще косметика хорошая, так что. Дешево и сердито, и не так сильно вредно. Так. Убираем, да? В хорошем качестве. Теперь, девушки, купила лак. Я такая, как всегда. От Rival de Lob это совершенно новая. Вот сейчас вот совершенно новая. Я только от этой новой полочки, там что новое было из новинок, купила только этот лак. И он такой, знаете, Celebrated Today, Celebrate Nail Polish, Flamingo Pink, вот, Flamingo Pink, ну так для лета красиво, очень красивый такой. Я еще хотела его попробовать. Как это бы я бы сейчас, это же не помада, но очень красивенький, да? Вот, тоже. Сколько стоит, я не знаю, 3 с чем-то, 2 с чем-то, ну что-то такое. Теперь купила эту цепь. От Accessorites. Вот помните, я говорила, что я в прошлый раз показывала, что я в Росмане купила сережки. И мне эта цепь очень нравится. И я ее хочу. Сережки, сейчас я вам покажу. А, вот сережки. Вот такие сережки я себе купила, показывала я. В прошлый раз вот такие, да? Вот, они мне прям нравятся. Все звезды такие пусть. И я говорила, что я хочу такую цепь. И сейчас ее на 20% оценили. Я, конечно, себе эту цепь купила. Она стоила, девушки, 9,99. И моей подруге показала, она сразу, я ее хочу, она себе тоже купила. И я говорю, смотри, для тебя только последняя висит. Но это была в другом филиале, в том, где я купила, это была последняя. Так, я ее на эту цепь тоже навела. Очень классная цепь, девушки. Смотрится очень хорошо, но на мне сегодня вообще другая цепь. Что-то она у меня изгаляется, тут крутится, да, потому что я сама кручусь. Ее надо немножко поуже сделать. В общем, она очень классно смотрится.
Эта цепь просто вот писк. Писк сезона, девушки. Писк сезона. Писк сезона такая цепь. Теперь. Такие ногти уже объевшиеся. Съела почти все ногти. Так, теперь последнее, что я купила очки в розовом. Да, знаете, эти очки мне были нужны. То есть я на них смотрела, я вам говорила, что там есть очки какие-то от Анаколя. Это Лука. Это такой блогер немецкий. И вот она сделала эти очки. Я купила эти очки, девушки. Вот она тут, да, вот. Там эта картинка. Тут написано Sanazon, Anacolelus, Luca Heidel. Они вдвоем, короче, там. Ну, это все, эти, знаете, такие блогеры. 12,99. И мне нужны вот такие узкие черные. У меня есть такие узкие, да, разные очки. Вы знаете, есть даже пошире. Чуть такие же тоже, 90-е а-ля. Есть такие, как с коричневой оправой, ну, как с черепашкой. А эти... Эти 100%... Анна, Коля, Лука... Ну, вдвоем сделали, да? Лука Хойбл. 100% джинс, защита. Тут 12,99 стоит. Но мне нужны были черные, просто черные. И я их нигде найти не могу, так, чтобы так недорого было. Мне же не нужен там дизайнерский, да? Вот я их нашла. Ой, тут резинка. Так, сейчас всю резинку сниму. В общем. Вот такие, да? Я их не мерила, потому что их так не снять, не померить. Ну, так, я надеюсь, они будут окей. Они вроде выглядят не маленькими. Так, посмотрим, да? Ну, вот так. Короче, тут что такое зеленое? А стопроцентный, а то это написано тут Frame Material Recycled. А то из рециклированного материала. Ой, отцепить-то как бы это все. Будь сейчас. Вот, все отклеили. Ну, вот так. И мне нужны такие очки. Вот такие просто а-ля 90-е, черные. Потому что у меня такие коричневые, всякие. Вот увидела и думаю, дай, возьму. И уже были последние там. Может, в другом филиале, где... Мне еще понравились, я как-то видео показывала вам, что в Росмане есть обзор. И там еще были такие же, как у меня, вот такие, как и в Сен-Лоран, такие, знаете, вот трапеции. И они были с такой леопардовой. У меня есть такие, да, и поэтому я не купила. У меня таких трое тоже, таких трапеций уже 2-3 года. И поэтому я их не купила. Но они мне тоже там очень понравились. Я видео показывала. И вот эти мне тоже понравились. И теперь я наконец их купила. Ждала, что их уценят. Ладно, 12,99, что ждать, да? Надо брать. И знаете, еще так, я так не хожу, не жду, но думаю вдруг. Потому что я думаю, может в другом месте где-то еще что-то появится. Может еще это самое. Но нигде ничего не появится, поэтому я эти взяла. Так, теперь, что еще было? У меня еще другие покупочки есть. Сейчас еще покажу, что еще было. Что еще было, сплыло. Вот, помада мне очень понравилась. У меня такая, вот эти помады очень классные, девушки. У меня есть такая яркая, такая алая, такая классная, классная, классная. Когда такое настроение. Еще эти самые для свечки для дня рождения. Так, глазной крем. В общем, вы это все увидели. Три штучки этих самых нужны были мне. Потом вот это мне надо было, это мне очень понравилось. В общем, такие вещи. Очки мне тоже нужны. Что вы скажете, да? А что вы скажете теперь? Я в прошлый раз показывала Вальде, я забыла вам показать, что я еще купила вот такой вот спальный шлафанцуг Вальде. Да. Я знаю, что Аминка будет рада этому шлафанцугу, это я ей купила. Гарри Поттер. Вот такой. Есть еще для мужчин Велки, но это, ну, она у меня такой любит, да.
Так что она прям так обрадовалась. Их не было. И я, значит, это самое посмотрела, их не было. Потом раз лежит. Ну, это следующий день забрела. Один лежит. Мужские лежат, и там между мужских лежал один женский в размере М-ка. И я его взяла. Думаю, блин, ведь Аминка хотела, но сначала не нашла. А потом лежит, ну, вот такая футболочка, значит, с этой совой, как ее зовут, уже забыла. У меня памяти-то нет, да? Но такие вещи. И вот такие штаны. Так как в Вальди вещи-то не маленького размера, они так на немцев рассчитаны. Это М-ка хорошая. Ну, может, и как Л-ка там. Ну, она просторная. Вот тут тоже сова везде, в общем. Аминка так обрадовалась. Такой, раз ей такое нравится, я ей такое купила. Так, потом, девушки, это я вам показала. Теперь, не знаю, куда все сумки покидала. Куда-то вот, где-то тут, да, где-то вот. Чую, но не вижу. Чую, да? Девушки, чую, но не вижу, где. А, вот еще забыла, вот еще. Еще купила в Россмане эти мешки, потому что мне вещи выбрасывать. Я, короче, купила одни, да, выкинули. Все, ни одного нет. То есть я все еще вещи мы выбрасываем. То есть я все там пересортировываю. Еще один мешок надо. А так мне они не нужны, потому что у меня 100 лет лежали. Мы никогда для мусора эти большие не используем. Если не ремонт, если не вещи выбрасывать, то они вообще-то не нужны. Да, ты же не в деревне живешь. В общем, лежит 100 лет, поэтому я много не беру, но я не знала, что мне не хватит. Вот из-за них, из-за перчаток я вообще приходила в Россман. Так, теперь еще, ой, еще вот еще в Россман купила. Я, понимаете, у меня тут не влезло, я, короче, поносовала. Сейчас все покажу. Может, еще что-то? Надо порыться. Тут еще кошелек. Нет, все. Так, еще купила этот Исана Душки Алоэ Вера. Не знаю, такой не покупала. Смотрите, какой классный. Я еще забыла. Душкель алоэ вера, метнатюрлихи алоэ вера, сопфлеги комплекс. Даже я его даже не понюхала, не знаю, как он пахнет. Мне просто понравилось, что он с алоэ вера. Я думаю, блин, он хороший. Ой, пахнет свежо. Нет, никогда было, я его так взяла и пошла. Вечером. Вот, еще видите, это все от Россмана, да? Так. Все туда ставлю. Очки, это самое... Вот эти штучки, дрючки, короче. Так, теперь это все для хозяйства. Вот это вкусно, но сейчас есть не буду, потому что я уже одну слопала, и у меня уже сегодня вообще это самое от сладкого, не знаю, что. Слипнется скоро. Так. Очень классно. Мне тоже очень нравится. Пригодятся. Теперь, девушки, еще было кое-что. Сейчас мы посмотрим, что еще купила. А в Вальди я купила еще, вот на этой неделе были новинки, купила я себе тиштека для стола. Мне очень нравится вот этот мамо, и ну, у меня нет такой фолии, но я его все равно купила, да. Потому что думаю, ладно, тогда стол будет легко протирать и вообще. У меня они из ткани, я там обычно покупаю такие тканевые, но она мне очень понравилась такая, как мрамор. Очень классная, не знаю, сколько стоит. 5,99, может быть, я не знаю, может, больше. Я не посмотрела, мне просто она понравилась. Но мне кажется, она недорогая. Она кругленькая, поэтому мне понравилась очень. Мрамор так классно, да? Дизайн такой, такой дизайн. Так, теперь, потом. Вальди еще купила вот такой вот для кухни половичок. Очень красивый, да? У меня такой черный есть. А это для кухни. И он такой Home Creation. 12,99 стоит стандарт, 100% Ecotex, то есть не вредный, да. 65 на 180. Очень хорошо даже, кому можно на прихожку куда-то бросить, в общем. Или около кровати, в общем. Ну, красивый. У меня таких много, тут тоже какие-то такие вот, типа, лежат. В общем, я люблю такое. Все. Теперь. Мне все эти решеточки очень нравятся. Это было в Вальди, девушки. Что еще купила? Еще посмотрю. Я не знаю, где что покидала, да? Так. В Теди купила вот такую вещь для ванной. У меня такая есть. Я ее выбросила. Сейчас убрала. Мне ее неохота чистить, оттирать. Короче, она вся уже в мыле там. Замылилась, короче. Я ее это самое выкинула.
Это стоило девушке 10,90, 10 евро. И сейчас стоит 2,55. Ну, за 2,55 я ж ее не оставлю. Я ж ее взяла. Классная вещь. Я это люблю на ванной. Знаете, там можно это самое, всякие баночки, скляночки поставить. Некоторые люди там книги читают, но для меня это перверс. В ванной книгу читать или шампанское пить. Это что это вообще такое? Да? Я его и так не пью, а еще и в ванной, да? А книги читать в ванной там и запреешь. Там это просто, знаете, это просто какая-то в Германии такая, в рекламе такое, знаете, я не знаю, кто такое делает. Ну, не знаю, кто делает. Короче, так, потом купила Вальде еще такие шоколадки, две пачки в одной XXL паку, черной сладости. Купила всякие сладости, все объела, съела, ничего уже не осталось, короче, все полопала. Купила такие, тоже съела, да, такие вкусняшки. Доктор, это что-то, сбоку бантик вот такой, да. Все съели, последний остался. И мне еще очень понравилось, девушки, сейчас есть там новое, ну, как Ангепорт, Лайбниц, маленькие кексики, тоже съела. Они, знаете, они такие маленькие-маленькие. Есть и с шоколадом, но с шоколадом они с пальмой, а эти без. Вот такие маленькие. Представляете, какие они маленькие, ну, вообще. Как для куклы. Уже тоже доедаю. Вот. Такие вот дела. У меня тут кофе, девушки. Всем кофейку. Это моя чашка из Тедди с кошкой. Не хотела, но все. Решила кофе попить. Пейте давайте. Раз уж это самое. Жарко, но все равно, да. Надо кофе. Чтоб мозги работали. У меня из Нового года остались две штуки. Это я сейчас увидела, потому что я пачку уже выкинула. Ну, там бумагу собирала. Короче, две штуки лежат в блюдечке. И думаю, дай открою, посмотрю, что есть. Давайте посмотрим. Посмотрим, что нам небо говорит. Есть я ее не буду, но почитаю. Хопа! Так. О. И нама wird einmal berühmt werden. Прямо, от чего это? Ваше имя будет когда-нибудь популярным, знаменитым. С чего это? Такой. Я, знаете, я боялась сейчас какой-нибудь кошмар вылить. Это может вырезать все-таки, да, чтобы это не надо это такое показывать. Ну ладно. Ну ладно. Так, в общем, еще одна осталась. В следующий раз ее открою, посмотрим, что там, да. Ну и что сказать теперь? Не знаю, хорошо это или плохо, начало, да? Давайте сейчас что-нибудь умненького. Ой, я так люблю эти вафли, блин. Вот, знаете, когда я что-то покупаю, у меня есть воспоминания, что было в этот день, я могу что-то рассказать. А когда несколько дней прошло, я все забыла, я уже ничего не помню. Еще что-то девушки, я еще вам покажу, еще что-то купила, еще что-то. Я в прошлом покупкам вам не показала. Еще я что-то купила, потому. Забыла, вот еще. Тедди палочки, помнила. Купила Тедди палочки за 1 евро, девушки. Я люблю палочками есть, да? И всегда любила. В начале 90-х, помню, я училась палочками. Тогда всегда ела с палочками. Потом мне это надоело, я стала есть вилкой. А потом, когда она меня найдет, мне это нравится. Мы тогда много-много китайского готовили. Муж любил готовить. И у нас было много книг. Ну, раньше были книги, в начале 90-х. Много всяких китайских, с китайской кухни готовили. И нам все хотелось обоим есть палочками. И вот, и у меня мало палочек осталось там, но там всякие такие большие остались, которые маленькие уже нет. Я купила эти, надо будет. 1 евро, девушки. Еще купила 2 футболки. Один муж сразу забрал, одел. Знаете где? В Кауфланде. А Тоунланд XX. Тишет. Он такой темно-синий. Его оценили на 2 аж 49. А какая майка мягкая. Вот прямо мягкая-мягкая. Как не знаю что. И тянется. Она стретчевая, такое качество хорошее.
Тунланд, да, вот такая. И муж, я говорю, смотри, какая майка, я одну раскрыла еще в магазине, ну как посмотреть. Я говорю, она такая мягкая, такая стретчевая, прямо как это. И он у меня ее сразу забрал и одел. В общем, я их купила две за 2,49. Очень классные майки. Вот знаете, такие приятные, приятные, стретчевые. И очень какая-то такая прям, такой хлопок мягкий вообще. Ну, в общем, и тут кармашек. О, даже кармашек, видите, я даже не знала. Ну, в общем, я их две купила сразу, такую цену. Я помню, мы были с Аминой. Амина, мама, пошли, что-то опять осталось за это. Я говорю, ну, дай посмотреть. Ну, да. Она говорит, мама, ну, что там может быть хорошего? Я говорю, она мягкая. Там, говорю, даже для девочек. Она говорит, ну, хватит, у меня много, не надо мне ничего. Так я говорю, ну, дай хоть папе куплю. Он же любит футболки всегда новые. В общем, купила ему. Темные в стране. Все. Я еще было что-то. Я сейчас, я уже не помню, где оно, что я вам хотела показать. Вот эту штуку, она же приходит по почте, вот эта вот от Росмана. Я, короче, ее забыла с собой взять. И на телефоне тоже телефон с собой не был. И, короче, мне пришлось два раза в Росмане покупать без скидок. Так было обидно. Так, а что еще хотела показать, не знаю. Ну, покажу в следующем видео с вещами. Что-то еще было, но я не помню. Это мой новый ободок. Кстати, я сейчас посмотрела на этот ободок, да, который я в прошлый раз купила. И думаю, знаете, с чем его хорошо померить будет? Момент. Вспомнила. У меня же есть этот бант, да? Бант и этот ободок. И он как твид, да? И какую-нибудь твидовую куртку. И у вас будет Шанель-Манель стиль. Вот сейчас сижу, и вот у меня оно уже в голове, да? В общем, все. Всех люблю, всех целую. Показала, что-то хотела еще показать, но не нашла. Покажу с вещами. Я же еще вещи купила, да? Сделаю видосик. Всем прекрасного вечерка. У нас сегодня было Зибунсванцей 27 градусов. Но все равно у меня пот течет, да? Пот течет. Уже вторая вещь сегодня, которую я переодену. Фу. Жарко. У нас же нету этого кондиционера. Таких вещей тут нельзя иметь. Ну, кто здесь не живет, кто здесь живет, все знают, да? Только в супермаркете или головой в холодильник залезть. Я открываю холодильник. Ой, не могу. Я когда жарко, когда в супермаркете, я иду туда, где вот эти холодильники стоят. И так говорю, сейчас открою морозилку. И все. Всех люблю, да. Это был видос. Эти были мои покупочки из Росмана. Кому это интересно? Чао, какао, да? Всем добра и сметаны, девушки. Ой, я еще вспомнила. У меня есть два парфюма. Я же вам хотела показывать парфюм, да, подарок у меня был. Уже еще следующий парфюм. Я все забываю. Я сейчас еще сделаю видос с парфюмами. Покажу, да, что купила.